Сегодня День Конституции Российской Федерации. Основной закон был принят в 1993 году. Конституция – особый правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Она определяет форму государства, основы его политической, правовой и экономической системы, закрепляет основные обязанности и права человека. Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, подчеркнув их взаимную обязанность уважать и защищать друг друга. 23 года назад Конституция России внесла столь необходимую и долгожданную ясность. Действие предыдущей советской Конституции 1978 года слишком затянулось. Она уже не соответствовала общественно-политической ситуации в стране. Новая Конституция упразднила Советы, закрепила государственный строй, определила систему высших органов власти, три ее ветви. В нашей республике гарантом Конституции и защиты прав граждан является глава Чувашии.